Приветствую вас. Вы знаете, Сергей, ну, давайте будем честны и скажем, что книжки, которая бы помогла вам при раздражении на родителей, из-за того, что они сравнивают вас с другими, ну, с кем-то, в частности, с сыном их друзей, книжки вам не помогут. Потому что есть ваша индивидуальная, ваша личная история, есть ваши некоторые травматичные моменты, которые именно вам самому достаточно трудные, достаточно тяжело ну, проживать. Это вас раздражает, это вас бесит, то, что происходит. При том, что у вас есть только ощущение, что если вы не помогаете своим родителям, то вы плохой. И вот это является самым главным, что если я не делаю чего-то, плохой. Если я не делаю там каких-то вещей, я плохой. Понимаете? Появляется чувство вины. Чувство вины может быть. А раздражение это защита. Это ваша защита от родителей. Это ваша защита от их поведения обижающего вас. То есть это вот больше все про такой момент. Это больше все про вот такой аспект. К сожалению. Ну и, соответственно, да, наши родители не то чтобы хотят помощи, они хотят скорее, чтобы вы были таким же, таким, как они хотят вас видеть. Скорее. В этом, скорее. Момент основной. То есть тут именно момент, именно такой момент. И, соответственно, вы в глубине души боретесь с тем, чтобы вы боретесь с тем, чтобы не стать тем, кем, по вашему мнению, хотят они вас видеть, и с тем, что вам хочется быть тем, кем они хотят вас видеть, потому что в этом случае, если вы станете тем, кем они хотят вас видеть, а вам, по вашему мнению, будет легче. Вам будет легче. Ну, на самом деле не будет, но вам кажется, что он будет легче. Вот так вот вы и живете, разрываясь между тем, что хотите вы, и
тем, что вы ждете, чего вы ожидаете от своих родителей. Точнее, тем, чего ждут от вас ваши родители. Вот, примерно, как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос. На вас. На ваш. И в первую очередь здесь необходимо прорабатывать детско-родительские отношения. В первую очередь. Это самое главное. Детско-родительские отношения. Вот и дальше уже разбирать ваши собственные, ваши личностные, я бы сказал, проблемы, которые, ну, у вас уже, грубо говоря, имеют место быть. Вот, к сожалению. Вот как-то так примерно, я думаю, можно ответить на вопрос. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.